Девчонки, ребята, всем привет! Сегодня 9 мая. Хочется всех поздравить. Поздравить с Днем Великой Победы, с великим праздником. Мы этот праздник очень дома чтим. Это, пожалуй, один из самых любимых и самых трепетных праздников, который может быть. Почему? Потому что мы люди из СССР. У нас, наверное, одно из последних поколений, да что говорить, последнее поколение, которое помнит уже во взрослом возрасте ветеранов и живые истории, живых источников помнят, живые источники о войне, о Великой Отечественной войне. Вот. У меня воевала бабушка, у меня бабушка прошла, до Берлина дошла, и всегда были самые теплые воспоминания у нее о людях. Она никогда не говорила плохо о немцах. Да? Она всегда говорила немцам, она никогда не говорила фашистам. Никогда. Вот я не слышала от нее, чтобы она говорила. Она даже жалела людей, она говорила, что у них же дети, у них же, как и у всех у нас, дети. В общем, как женщина, наверное, другой подход был. Вот. Но она прошла в летном полку. Прошла всю войну. Знала лично Ваську Сталина. Много-много рассказывала о нем. Говорила, что был безумно смелый человек, летчик, сын Иосифа Виссарионовича. Говорит, был жуткий пьяница, жуткий бабник. Ни одну женщину красивую мимо себя не пропускал. Но был отчаянно смелый. Никогда не бегал от войны. Не прятался никогда, вот, и очень уважительно относился к простым солдатам, людям очень уважал. Вот. Доброе утро, с праздником. Да, у Марики тоже дедушка воевал, дедушка, вот, а у меня бабушка, да, вот так случилось. Да. Ну, и вот сейчас будем завтракать, и я вспомню пару смешных историй, причем бабушка, смешные бытовые истории, бабушка никогда не рассказывала о крови, о убийствах. Наверное, вот эта вот женская психика, она спасает, она, наверное, как клапан закрывает вот это все плохое, оставляет вот, хорошие воспоминания. Не то, что хорошие, а бытовые какие-то смешные, знаете, вот воспоминания, которые, наверное, помогали жить в эти тяжелые годы. И, для меня это очень значимое событие. Какие бы события сейчас в мире не происходили, Вот моя позиция очень твердая, для меня это священный праздник. Девчат, вот реально священный праздник. Вот, давайте завтракать. Давайте завтракать. Вот, прекрасное утро, замечательное. Вот мы открыли балкон, жарко. На улице прохладно, а дома жарко. Вот открыли балкон, прямо воздух идет хорошо. На столе пока еще, естественно, ничего нет. Мы мукбангеры так себе. Девчата, сварю кофе. Мы вчера покупали... Мы всегда как бы покупаем что-нибудь вкусненькое... выходные дни, чтобы дома не готовить. Ну, и так-то особо не готовлю дома, потому что времени нет. Девчата, не потому что ленивая, не хочу, а потому что реально очень устаю и нет времени, правда. Вот. А вчера мы купили роллы. Вкуснейшие роллы в Спаре. Прям я удивилась. Почему? Потому что я такие роллы первый раз ела, они прям свежайшие. Вот надо сейчас кофе доесть, потому что рыба сырая, сами понимаете, долго храниться не может. Их прям чуть ли не при нас делали. Так, Орика будет там рожок. Может, роллы тоже, не знаю. Видите, это половина пачки съели, половину не осилили. Так, на всякий случай, хлеб с маслом. А ты будешь маринованные грибы с творогом? Не, я буду только. Ну и зря, я бы рискнула. Что такого-то? Так. Тут еще со вчерашнего дня у нас осталось, Марика намазала полно хлеба с маслом. Я хлеб стараюсь не выкидывать. У меня это совдеповская привычка. Хлеб нельзя выкидывать. Вот, и творог. Правда, вот реально рука не поднимается. Стараюсь либо резать мало хлеба на стол класть, чтобы потом не выкидывать. Так, что тебе еще дать? На тебе йогурт. Ореховый. Вот такой вкусный йогурт, кстати. Это вообще минутки. Кофейку сварь. А что ты там сидишь? Я сейчас подойду. Давай за стол. Сейчас, я приду сейчас. Давай за стол. У меня, когда мама была маленькая в пионерском лагере, уже были пионерские лагеря, у меня мама 49-го года рождения, послевоенный прям ребенок.
Вот. И уже там, уже считай, 10-й год, да? И знаете, какой был позывной? Значит, пионер в майках и в шортах. Ну, такие, не шорты, а трусы, знаете, такие вот эти вот советские трусы, черные, длинные, почти до колена. Выходил с горным, трубил, а второй стоял рядом и орал: «Вставай, вставай, порточки надевай!» Порточки. Порточки, ага. Ну, так это сентиментально, так приятно. Сейчас попозже позвоню мамочку, поздравлю тоже. Я чего это? Искала-то. Я искала и нашла своего деда. Ну, просто у меня нет под рукой фотографии. Здесь она есть. Вот это память народа. Вот он, дед мой. Дед красавец какой, да? Вот. Мифтахов Гельмудин Гулюмович. 23 декабря 19 года родился. Оренбургская область, Осикеевский район, Старый Каменев. Чкаловская. Подожди. Ну, Осикеевский район. Раньше она Чкаловская называлась. Вот. Ну, место рождения указано. И вот у него какие были медали. Так, медаль за взятие Берлина. Наградил президиум ВС СССР. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной 41-45. За освобождение Варшавы. Медаль. Медаль за боевые заслуги. Тут идет много грамот. Орден Красной Звезды. И разные грамоты, но тут вот даже не все медали, у него вот медали, если выложить на диване, прям целая получается, как, простыня. Угу. Вот, тоже он дошел до Берлина, ну вот мы сейчас про своих бабушек, дедушек расскажем. А вот тут, это, сейчас расскажу. Война настигла его, когда он проходил срочную службу в городе Кяхма, Бурятская ССР. В Кефтинском кавалерийском погранотряде войск НКВД Забайкальского военного округа. Прошел путь от простого рядового, прошел всю Россию до Забайкалья, до Берлина. Дважды был серьезно ранен. В 43-м в госпитале встретил свою будущую супругу-медсестру после окончания Мария. Меня в честь бабушки назвали. Окончание ВОВ, вплоть до 50-го года остался служить в Германии в городе Шверин в составе советской военной администрации, вот, которая осуществляла контроль за выполнением в Германии условий безоговорочной капитуляции. Вот они остались там, угу. И награжден орденом. Ну и перечисляется, как называется ордена. Вот. Слушай, так странно написано, умер там в 95-м, они пишут, дата выбытия, 95-м. Бессмертный полк, он не может как бы выбыть из полка. Я думаю, что... Просто умер, наверное. Ну, просто, наверное, так написали, что вот скончался. Вот одна фотка. Тут. Думаю, мама может спросить, она тебе пришлет фотку тоже. Так, смотри. И вот еще тут есть. Вот такой дедушка. Бабушка, она была... В войну медсестрой, она всю жизнь поработала в медицине, в госпитале. У меня ее фотографии тоже есть, дедушка, я ее найду. Ты пока рассказывай свои истории, потому что я тут в этом... У меня бабушка была шухарная, девчата. У меня бабушка была, знаете, вот, сейчас про такие говорят, оторви да брось. Огонь бабушка была. Вот. Березина Надежда Лаврентьевна, 1924 года рождения. И прям знаете ли, что как самое интересное? Вот она родилась, у нее в медике... Ой, сейчас, девчата, кофе бежал, сейчас, секунду. А мне нравится запах бежать. Тяжелого кофе? Угу. А я считаю, это моя большая ошибка и промах. Я вот стояла, знаешь, болтала. Вместо да, того, запах чтобы... зато принят. Ну вот, видишь, а сейчас, девчата, сейчас, секунду. Свет и выдру, чтобы не пришкварилось. Вот. Бабушка, год рождения 1924-го. В метрике у нее записано 30 июля. А она всю жизнь, девчат, я не знаю, с чем это связано, она всю жизнь день рождения свой отмечала 30 августа, всю жизнь. И все, главное, знали, что у нее 30 августа. Почему так, я не знаю, может быть, в метрике раньше же электронного ничего не было, так писали. Путали раньше, путали. Я не знаю, вот она всю жизнь отмечала. У Галины Ивановны, у нее 2 дня рождения в один месяц. Она говорит, одно записали, одно реальное. Отмечают. Она отмечает, кстати, по этому, нереальное. Она отмечает по паспорту. Вот, по-моему. Давайте-ка вот это, а то я там немножко... Ничего не очень.
Вот, девчата, и вы представляете, вот, такой, вот такая вот история, сейчас я подотру, я просто, девчата, знаете, я не люблю, когда поднимаешь чашечку, а там, ну, налит кофе прямо вот на блюдце, я хочу это вытереть. Вот. Бабушка, как она оказалась на войне? Сейчас, девчата, интересно, поэтому я сейчас прямо в камеру нос суну и расскажу, как говорится. Сейчас, секундочку, форс-мажор свой оботру. Вот, не люблю, когда... Рассказать, я просто в телефоне фоткаю. Ага, сейчас. Девчат, молодая девка. Что там, война началась, 16 лет ей было. Вот. Знаете, как молодые, жизнь-то все равно идет. Хочется и на лавочке посидеть, и поболтать, и под гармонь посидеть. Она в Подмосковье, вот город Климовск. Все. А раньше как? Короче, ну сидели, видно, болтали, там, проспала на работу. А раньше как же? Если проспала на работу... Либо в лагеря, либо под трибунал. Это, ну, в общем, ну, серьезно там все. Вот. Она один раз поспала на работу. Ее вроде как прикрыли, пожалели. Какое-то время проходит, второй раз на работу поспала. И кто-то там шепнул знакомый, что за тобой завтра придут. И она в этот же день успевает, она бежит на, как он называется, опорный пункт, или как, ну, военкомат. Добровольцем. И она в 17 лет уходит на фронт. Вот. Попала в летные, ну, выбора не было. Либо на фронт, либо вот по этапу в лагеря. Вот. А лагерь это 100% смерть. Вот. Для молодых девочек, конечно же. И она уходит на фронт. Молодой девочкой. Там ей чуть-чуть 18 было. Вот прям вот сколько случилось, как говорится, 18. Это важный момент был. Глоток кофе. Короче, попадает в летные вот эти вот войска. И Василий Сталина знает лично. И говорит, все его Васька звали. Васька, Васька. И он такой прям вот, ну, смельчак. Он реально был смельчак и красавец. И много о нем было очень хорошего. То есть он был безумно смелый. И он был, чтобы не говорили, ну, как СМИ там или что-то, вот слова из уст бабушки, что он был безумно смелый и очень справедливый человек. То есть он никогда не обижал простого солдата. Никогда не было, что он кичился, что он сын Сталина. Ну, раньше такого не было, это сейчас дети депутаты. И бабушка от него прям в восторге в плане как вот по человеческим качествам. Она говорит, он прям был... Да, он был пьяница, да, у него были какие-то пороки, но как человек... Вот, как человек. Он был прям очень... Раньше многие выпивали. Раньше даже пьянство не считалось этим. К сожалению. Бедой. Бабушка там поваром была, да. Пару раз даже она говорила, что она летала... Ну, некому было. Летала на пулемете, на самолетах. Но пару раз было такое, ее сажали, потому что, ну, некого было. Война, людей убивали. Вот. И дошла до Берлина. И самые запоминающиеся, она, знаете, о чем жалела? Вот у нее были вот такие вот чисто бытовые какие-то, вот, знаете, вот, ну, сожаления. Она говорит, что были моменты, когда, значит, ну, стоял полк, расквартировался, где-то чуть ли не в поле. Грязные все, вшивые, хотели помыться пойти. Озеро рядом было, лето, жара, искупаться. Девчонки свое белье хотели постирать, там все. Пошли на это озеро купаться. Вот. Разделись, все, постирали свое белье, разложили там на песочке, все. Начался обстрел, бомбардировка. Начали летать истребители немецкие, все. Вот. И они побежали, в кустах где-то спрятались. И воронка прям... Извините. Рядом с ними разрывается воронка. И все вот это вот белье и постиранное, клочья там разнесло все. Они очень сетовали, они плакали из-за того, что у них вот это вот нижнее белье, была проблема, естественно, в армии со снабжениями. Ну, понятное дело, где сейчас сразу найдется белье. И вот они очень переживали вот из-за этого белья. Она рассказывала, что... И у нее, представляете, у нее отложилось это уже 50 лет спустя. Она все это рассказывала, она говорит, я так же сожалела, что вот белье вот это пропало, потеряла. Вот. А еще был случай... Это уже в Берлине, когда наши вошли в Берлин, и какое-то время, естественно, там квартировались, стояли, этот полк стоял там. И она говорит, что они пошли там с девчонкой, с подружкой гулять по городу.
И зашли в какой-то потрясающий костел. Совершенно вот, вот нереально красивый храм. Она говорит, я говорит, поднимаю глаза, а ну, у меня бабушка человек простой, она не знает, как что. Ну, вот, она такая, она ну, из рабочей семьи, да, на заводе всю жизнь там, родители поработали, она там тоже. И она говорит, говорит, дом, говорит, такой, а как сосульки. Ну, костел, да, представляете, вот эти острые шпили, она говорит, как сосульки, только наоборот. И мы туда пошли. Мы пошли туда, значит, говорит, погуляли там, зашли, вот, ну, алтарь, там же вот эти вот, ну, резные вот эти вот скамьи, посидели, потрогали, все там по это, погуляли, посмотрели. А двери распахнуты у этого костела, двери распахнуты вообще вот, ну, напрочь, раскрыты двери. И стоит солдат и орет, бабы дуры, идите сюда, бабы дуры, ползите. Они не понимают, что бабы дуры, ползите. И они, ну, как шли, пошли обратно. Они думали, может, там сверху что-то там это бомбят. А это самое, говорит, смотри, говорит, и там на немецком и на русском написано осторожно, заминировано. Весь собор был заминирован напрочь, как шахматная доска весь. Не царапина. Повезло. Да, вышли оттуда не царапина. И когда возвращались в Германию, ну, естественно, ребят, ну, человеческая натура тут осуждать невозможно. Люди все бедные, ну, как небогато жили, да? И вот кто чего вез? Кто там это, кто какую-то картину схватит, кто сковородку. Вот картины везли, это уже, как говорится, офицерский состав, кто понимал головой. А вот эти вот простые, вот как моя бабушка, что она взяла? Она с собой из Германии привезла перину, потому что жестко спать было. Это, квартир не было, в казармах жили. Что такое казарма, это, короче, общежитие, вот знаете, как в песне, на 20 комнат, одна уборная, так и это. Вот, жили в казармах, и вот она перину привезла немецкую, и везла с собой золотые пуговицы откуда-то, в общем, с какого-то мундира. Из какого-то дома срезаны, но они реально были золотые. Но она эти пуговицы не довезла, она очень хотела кушать, она поменяла на тарелку супа все пуговицы. Вот такая история. А перину привезла домой, да. Перина осталась надолго, потом уж выкинули по спустя годы, и вот такая вот история. Интересно. Да. Это... А мои там остались жить, пусть это где-то остался мой жить там Гельмудин. А бабушку вызвал с собой. Сначала вызвал как? Это реальная история, которую... Даже рассказывал он, ну реальная, в смысле, она реальная, но рассказывал он сам. Про войну он рассказывал мало, ну потому что мы мало спрашивали. Обычно как-то это было такие рассказы, что мы стоим там, вышел немец. Ну вышел немец этого отряда немцев, вот там вот. Мне постоянно отец говорит, поговори с дедом, пусть расскажет. А мне тогда, честно говоря, вот, к сожалению, не было... До этого, чтобы рассказывать. Мне было интересно. Он умер, когда мне было 15, да, и в 14 лет. Тогда еще, наверное, голова не так работала. И рассказывал деду, что там стоим, мы вышел немец. Ну, то есть, как бы... Созреть надо было. Да, да, ладно. А суть в том, что вызывает он бабушку. Бабушка не поехала, не могла. И он поехал сам туда, опять в Россию. Mm-hmm. Потом он ее привез. Бабушку, ну, поехал он, видимо, не сам, а там, может, миссия какая-то была, может, я вот эту историю точно не помню, но бабушку все-таки забрали оттуда. Дважды вызывали и дважды забрали. Да, нет, нет. И забрали ее. А, вот, и осталась она там жить. Они жили несколько лет в Шевелине, потом тоже уехали, вот, как Вика говорит, они, там они еще несколько машин всего привезли, даже два мотоцикла немецких. Один у деда украли, другой он продал. Вот, он был равнодушен к езде на мотоциклах вообще. А бабушка очень много вещей, там чуть ли не целую машину раздала родственникам. Она даже и брала для родственников. Оставили себе мебель, там старинную, конечно, мебель, она до сих пор жива. Вот, но часть они пораздавали. Угу. Ну, дед не спорил, потому что было спорить бесполезно с бабушкой. Сказала, отдадим, значит, отдадим. Вот. И они уехали в Одессу жить. Там они тоже, как это называется, послевоенная Одесса. У тебя дома, короче, был матриархат. Ну, как бабушка скажет, так и это, да? Как татарская семья, сначала, да, главный это мужчина, а потом ему со временем кажется. Начинается, да, ему так показалось. А потом, да, сначала главный мужчина. Да, это показать, доказать мужчине, а потом... Я тоже так всегда про знакомых делаю. Я тоже тихая сначала. А что еще? Ну вот они уехали в Одессу, как раз это послевоенная Одесса, они там проживали тоже несколько лет. Лет, наверное, 6 они там прожили.
Вот, наверное, если не больше. Больше. Потому что мать не сразу, ну, может, там 10 лет, я не знаю. Мать там родилась, мать там лет до 5, до 6 она жила. В маленьких двориках, где коммуналки, еврейские дворики такие, очень колоритные. И как раз после войны она одет, которая показана в фильмах, она вот такая, да? Как... Она такая, как есть, да? Вот да, ну, мама говорит, да, она говорит, вот этот фильм, который с Машковым, говорит, очень сильно ликвидация. Да. Девочки, очень хороший фильм, если не смотрели, посмотрите, сериал шикарный, ликвидация. Да, очень сильно. Она все мечтала съездить опять в этот дворик, где она родилась и жила. Но она ездила раньше, в детстве они туда ездили, постоянно, когда уехали оттуда, уже возвращались. Но сейчас уже... Я бы тоже очень хотела бы, но, к сожалению, невозможно. У меня мама была в Киеве. Мама была вот в Киеве на экскурсии, ну, потому что в Советском Союзе ездили по всяким разным странам. Вот сейчас странам, а раньше городам и Советским Республикам. Говорят, что очень красиво. Да, ты что, красота! Киев весной... Это вообще прекрасно. А Одессу посмотреть? Я и Львов. Но это же, опять же, по слухам, я просто знаю, что где у меня мама была, она рассказывала. А Карпаты? Вот последний раз у меня мать и сын были в Карпатах, в санатории. Я не помню, наверное, это год был 10-й, наверное, 11-й в Карпатах. Ну, замечательно. Очень замечательно было. Так. Мне как раз твоя мама поздравляет, прислала мне, вот мне Ирина Маратовна прислала. Мама моя. Открыточку. Поздравь ее от нас. Да, конечно. Сейчас, девчата, расскажу историю вот. Дальше. Маратовна, да. Говори. Бабушка возвращается с войны. Бабушка вернулась с войны. Бабушка вернулась не одна, вернулась с малышом, с ребенком. А у нее первый супруг, летчик, погиб в этом же полку, они вместе служили, поженились, там на войне погиб. Вернулась с маленьким ребенком. Вот, вернулась, и ну, потихоньку жизнь начала налаживаться после войны. Она познакомилась с моим дедом. Дед красавец, все девки за ним бегали. Дед Марат, значит, он ее был моложе на 5,5, почти на 6 лет. Дед забирает в армию, ну, естественно, после войны прямо. Вот. А бабушка уже они поженились, бабушка опять беременна моей мамой. Вот. И служил он там 3 года, я не знаю почему. Вот он в Германии, его забрали в армию. Раньше в армии, наверное, дольше служили. Вот 3 года он служил, да. И он из Германии присылал маме моей маленькие платьица красивые, прям детские. И люди же бедно очень жили. И вот эти платьица, они в семье хранились долгое время. И уже, знаете, уже даже немножко ветхие какие-то стали. Вот. А бабушка говорила, говорит, не буду выбрасывать, потому что... Ну вот, и вот у меня, говорит, 2 детей. Я говорю, а это у дочки или у сына, а вдруг дети родятся, надо платья передать. Вот так вот было. Ну, никто же не думал, что лучше будут жить. Ну, как-то вот уклад такой шел, что... Надо в голове сказать, было мало ли что. Да, да. После войны боялись очень. Конечно. И копили что-то впрок, да? И всегда вот как-то же самое там приданное какое-то. Мало ли что случится. Угу. Все должно быть. Все должно быть, да. Сейчас-то понятно, пошел и купил. Были бы деньги, да? Ну, тогда друг по-другому все было. Угу. Вот. Даже запасы продуктов, мне кажется, делали. Ну, каким образом? Там какие-то элементарные. Крупы. Там, ну, все, что такое, мне кажется, было. И тушенки какие-то, если была возможность. Это же, да, даже потом у вот, в голове осталось. Что должно быть что-то храниться, мало ли что. Сейчас, ну, рассказывай. Я все никак не хочу открыть. Ирину Маратовну поздравили? Поздравили. Да, я своим потом напишу. Свои сейчас тоже. После. Ну да, закончу. Я все-таки хочу фотку показать. Потому что у меня исчезло, знаешь что, облако Mail.ru. Оно исчезло из этого телефона. Или у меня с глазами что-то. Найдешь потом. Да нет его, вот вообще просто. А, вот оно. Я сейчас покажу быстро. Так, ну еще одну с угрём. И все, и, наверное, вот а я, хлеб с маслом. А я на радости, что 9 мая, не, за разговорами, не заметив, съела творога всю половину. Ну и прекрасно, сейчас еще будем.
Делов-то. Творог. Ну, сейчас вот наша такая история. Если ваши бабушки, прабабушки, дедушки, да, можете написать. Напишите свои истории. Мы с удовольствием почитаем их и поговорим на эту тему. Это вот очень трепетная тема такая. Да. А вы знаете, кстати, я пытаюсь по фамилии вот найти в некоторых ресурсах, куда мы отправляли информацию о дедушке. В каких-то, кстати, не мы добавили. Я не знаю, другой текст. Может, кто-то добавил. Я думаю, что там автоматическая программа, наверное, ищет поисковик. Не знаю. Что-то нет. У меня бабушка в бессмертном полку, и вот эти все данные, они есть. У нее, девчата, у нее был такой сарафан плотный, без рукавов, такие вот широкие лямки, но без рукавов. Она всегда одевала какую-то кофточку светлую, красивую, с длинным рукавом. Этот сарафан сверху, а этот сарафан она одевала всегда только раз в год, на 9 мая. И он был весь. Вот вся грудь, она даже не снимала вот эти ордена. У нее вся грудь до пояса у нее была в орденах и в медалях. То есть человек... Да, всю войну она прошла, и не было жестокости. У нее не было жестокости по отношению к людям совершенно. Я думаю, что она просто об этом не говорит. Я думаю, что да, конечно, она сама тоже, и, возможно, что на ее... Я... Это, наверное, сложно сказать. Нет, не совесть, а... Но они защищали... На ней тоже есть какие-то послушайте, жизни, но... Но они защищали родину. Там реально напали на Россию. Там нарабали на Россию люди, вот тебе бы пришли в дом, вломились в твой дом, ты бы не стала, ну я, допустим, я... тут разговоров нет. Да. Я и так могу разорвать, блин, придите ко мне. Я говорю, а я говорю о том, что да, и все равно жестокости нет. А вот от нее никогда не слышала рассказов вот о какой-то там крови, вот это все. И вот и рассказы какие-то, знаете, вот бытовые, реально бытовые. Вот сожаление о каких-то вот о белье пропавшем, да? Потом вот у нее сильные впечатления были, она вот увидела этот собор, ей очень понравился. Какие-то вот такие вещи, ну, вот бытовые, наверное, вот я говорю, наверное, вот как-то психика блокирует, чтобы не сойти с ума от этого ужаса. Наверное, тут еще, знаете, причина голова важна. По какой причине ты берешь оружие в руки? Либо человек берет оружие в руки и пошел грабить кого-то, это будет, даже если оно блокирует чувство совести, оно потом будет всплывать у него, мучить его. Если человек взял оружие в руки, когда стоит за спиной семья, чтобы ее защитить, да, или там свою жизнь, это мучить совесть не будет, потому что здесь совесть, она не проснется. Здесь, наоборот, чувство негодования, правильного негодования, это другое. Поэтому вспоминать, что вспоминать, когда ты реально защищал, да? Тебе ты вспоминаешь в плохом смысле, и совесть мучает тогда, когда внутреннее твое все-таки человек настроен на правильные вещи, идет вразрез с правильными вот этими вот установками. Ну, по крайней мере, в нашем обществе, да, настроен на это. Допустим, в каждом, я думаю, обществе были свои установки внутренние, с детства это внушали. Допустим, для викингов, да, период. Там вообще нормально, да, считалось это? А взять, когда ты пошел, там кого-то убил. У нас считается, с детства внушают, что это неправильно, да, убивать людей. И только если там нападают на тебя, ты там защищаешься. Ну что я? Девчата, а еще, знаете, из детства, вот это из моего детства, но я думаю, что люди, которые выросли в маленьких городках, а меня всегда отправляли на праздники и на каникулы в Подмосковье, город Климовск, это вот за Подольском, это знаете сколько... А сейчас от Москвы 1,5 километра, а на самом деле от МКАДа 25 километров. Ну, это близко совсем. Я там выросла, ну, каникулы. У меня бабушка в Подмосковье, мама потом уже в Москву перебралась, замуж вышла. Вот. Папа у меня москвич, а я, видите, у меня бабушка из Подмосковья. Бабушка дедушка. Это все равно все москвичи. Да. Уже москвичи. Это, тут это Климовск, это как... Я не знаю. Ну, я говорю, это вот перешагнула такой Москва. Да. Это... Бетонка перешагнула Москва. А. Да. И знаете, вот по поводу этих маленьких городков, хочу роллы убрать, потому что это, ну, жарко. По поводу маленьких городков. Кто вот родился, как я, старенький кто, да? Ну, кстати, не надо сравнивать, не все городки такие, как Климовск. Ребята, но, по-моему, вот прямо в каждом городке было вечером факельное шествие. Это как? А у вас не было? Короче, 9 мая, это самое интересное было для детей. 9 мая,
Значит, с утра демонстрации, парад. Значит, у нас была воинская часть, у нас в Климовске станция Гривна. Значит, ну, где-то километр от города, ну, воинская часть находится. Ага. И оттуда ребята, молодые, красивые офицеры, в форме, вот этой вот советской форме, вы помните, да? Вот эти вот желтые красивые ремни тканевые, начищенные. Такая вот, знаете, голубая форма, у нас там войска ГРУ стоят, вот я не знаю, вот такие вот были, вот ну, раньше, вот, по крайней мере, вот эта часть была. Там вот эти радары, ну, я не думаю, что это секрет, потому что это как бы, ну, все знают об этом. Вот такая вот, я же не говорю, что там внутри происходит, а вот сверху, да, скажем так, вот оболочка. Все знали, это военный городок там этот. И вот это вот, как сказать, цвета морской волны формы, белые рубашки, эти вот красивые кокарды, все блестит, вот эта вот форма. Начищенные сапоги, угольно-черные, прям вот эти сапоги. И вот они идут. И, ребята, и у меня сейчас, знаете, у меня даже у самой слезы наворачиваются. Я просто видела глаза вот этих людей, которые... А еще в то время молодые ветераны были. Ну, блин, 40 лет назад, мне 48, да? И я помню вот этих вот молодых ветеранов. Ну, тогда они были... Ну, сколько им? 60 лет, да? 50. Какой год? Ну, минус 40 лет. Так, 80-е годы. 80-е. Ну, конечно. Ну, конечно, им было по 60 лет. Допустим, сейчас было где-то, наверное, 105 было. Отними, ну, сколько? 30? Да, 40 лет. Ну, как раз лет 30. По 60. Они еще молодые были. Лет 70 где-то. И они смотрели, прям плакали. Да. Ребята, у них прям слезы были. Вот как эти молодые парни красивые маршируют. И, значит, была половина, вот, значит, ребята воинской части одета в форму Великой Отечественной войны шли. Вот с флагами. Флаги были аутентичные, флаги были настоящие, то есть флаги были трофейные, были трофейные. Несли трофейные флаги. Флаги несли времен прям вот этой воинской части Великой Отечественной войны, то есть флаги тех времен, военные, прожженные флаги с кровью, вот такие были флаги, да, маршировали, все. Потом, значит, была просто демонстрация, люди просто шли вот за этой колонной, ребята, которые военный парад, а дальше вечером, в 9 часов вечера, не в 9, а в 10, в 9 вечера это факельное шествие выходило из воинской части опять, и к 10 вечера медленно они очень шли, барабаны, музыка, военные марши, и они шли через весь город, ребята шли в плащ-палатках брезентовых, тоже форма военная, а военно-полевая форма, и они шли с огромными факелами. И факелы были газовые, вот как газовые горелки, вот как раньше, вот в блиндажах эти факелы, и тоже, и все выходили, все плакали. Это было необыкновенно. И они шли вот с этими венками, они шли к вечному огню, у нас вечный огонь прям был расположен около станции, вот станция, как вот город, железнодорожная станция, и там вечный огонь, ну как обычно, да, и памятники вот эти. И к этому вечному огню шли вот люди, возлагали венки. Детям очень нравился этот момент, потому что, ну, открыто пламя, нельзя же заводить костры, а тут человек идет с огромным факелом. И это было такое зрелище, это было просто... Ребята, настолько... Вот в Советском Союзе, что не отними, все-таки вот патриотизм, вот в хорошем смысле этого слова, патриотизм, как вот учили быть мужчинами настоящими, учили быть женщинами-хранительницами очага, вот как-то вот было, вот... Ну, такие добрые традиции были хорошие. А еще вот те, кто вернулся из Великой Отечественной войны, все-таки их психика была, ну, более в норме, чем просто, вот, допустим, ребята взять Афган, там, Чечня. Потому что там люди шли за свою родину, да, они спокойно вернулись с победой. Нет, спасибо, это они спокойно вернулись с победой. И у них, соответственно, да, конечно... Ветераны, кому-то снились еще взрывы, у кого-то расстались ранения, те же. Но все равно вспоминаю деда, вспоминаю его друзей. Ну, мы с дедом, мы жили вместе рядом, просто рядом жили. Вот, всегда. И они рядом с нами были, дед с нами жил потом остаток своей жизни и умер, когда... Это был степенный, спокойный человек, малословный, доброжелательный, но спокойный. Да, и таких много было, ну, ребят приходили там, допустим, с войны, да, вот мои ровесники служили в Чечне, там немножечко другая ситуация, да, а то там ветераны другие были. Ну, давайте не будем сравнивать, потому что у каждого своя история, молодым ребятам сейчас тяжело, да, тяжело просто будет перестроиться после всего,
а взять. Там другая была ситуация, другая история. Не будем, да, все мешать Рыбаковичу. Да. Вот. Победа, победа 45-го для нас священная победа, которую мы помним. Да, это наш самый любимый праздник. Никогда никакие праздники я так не ждала, как 9 мая. Вот для меня это было просто вот нереально. Это, ну, это было событие, это вот светло, это самый, как какой-то Новый год, какие дни рождения, вот он, 9 мая. Вот для меня это было прям самое такое. Я сейчас хочу, смотри, пишу, если год рождения 19-й, сколько лет человеку? Деду бы было 103 или 104 года, зависит от того, когда родился. А твоей, давай посмотрим, какого года? Моя бабушка долгожитель, она умерла несколько лет назад, ей было 94 года. Она 24-го года рождения. А, сколько бы ей 4 летней было? На 5 лет она мало что у деда. А, да, на 5 лет. А моя бабушка, ей было 17 лет в войну, и она осталась в тылу. Наверное, 17. Я вот не помню год ее рождения. 17, 16, вот так. Может, или 15. Ну, короче, в таком молодом возрасте. И они остались в тылу, и вот ее истории, рассказы. Про то, как пришли немцы. Там у них всех было по... много детей, да, там в семьях, угу. Как они там выживали, как немцы квартировались в каких-то домах там соседних, причем было взаимоотношение, как твоя бабушка говорит, ну нормально, она не рассказывала никогда про какие-то убийства там или еще что-то. Они жили там, молодые тоже эти люди, там они яйца у них брали, помню. Ну, есть хочется. Да, что-то такое. Мы тоже же пришли воевать. По крайней мере, какие-то... Ну, мне надо было раньше допытываться, ну, как сказать, рассказы какие-то там. Ты всегда думаешь, что успеешь. Всегда, да, думаю, что успеешь, но не успели. Не успели. Бабушка моя умерла в каком году? Наверное, 2000, это был 13-й год она умерла. После длительной болезни она лежала. Вот так вот закончили жизнь наши ветераны. Сейчас уже почти нет ветеранов, практически. Почти нет, это да. Ну, единицы, очень единицы такие. Да, какой-то закон там приняли, то, что бесплатные парковки по Москве для ветеранов Великой Отечественной войны, участников. Я думаю, как они парковаться будут, на чем, если им уже там по 100 лет. Если кто-то за рулем сидит, ну, это, конечно, удивительно. Или те, кто, наверное, с ними, да, родственники. Ну, имеется в виду, наверное, возят их. Я думаю, что да. Вот. Ну, так что, ребят, вот такие вот наши воспоминания светлые. Ну, светлые и хорошие. Светлые и хорошие, да. Сейчас, а я все да. искала. Да. Сейчас я помню. Видите, и позавтракали, и поболтали. А что ты ищешь? Да я хочу все равно найти. 2 минуты. Покажу. Ну, жизнь-то жизнь продолжается. Вот, значит, что у нас? Мы вот сейчас вот позавтракали с вами, вспомнили хорошее, вспомнили светлое и доброе. И что? А я же, можно на мистическую тему поедем расскажу? В магазин. На мистическую тему. Знаете, вот перед днями рождения, датами смерти, мне снится иногда человек, это я уже знаю. И вот мне приснился позавчера мой знакомый одноклассник. И я вспоминаю, что день рождения у него 8 мая. А он мне позавчера приснился. Во сне ходит, там разговаривается. Но... А может, ты знаешь, сто лет я вообще не вспоминала. Ну, психика так работает, что отложилась где-то там в голове. И мне все вот часто приходит. Раз, напоминает о себе. Надо было, кстати, когда мы были в храме вчера, надо было его записать, записочку. Потому что не просто так пришел. Ну, извините, мистическое все же помешало. Угу. Но это реально. Вот пришел во сне как живой, там ходил, да, общался. Одноклассник. Еще, я не знаю, класс 8, наверное. Да, ну вот так вот. 8-9. Люди уходят. У меня вот моя первая любовь, мальчик, с которым я встречалась в старших классах школы, он умер в 40 лет от воспаления легких. Да, казалось бы, медицина сейчас такая сильная, а человек умер в 40 лет от воспаления легких. Случайно узнала абсолютно, как раз вот мальчик за городом жил. Он дожил до взрослого возраста, да? Да, и мне позвонила подружка моя. Ну, знаете, вот здесь, как все дружим, говорит, Вика, Леши нету. Я говорю, а что случилось, Леша? Говорит, от воспаления легких умер. Не, а тот умер рано. Рано, ну, в каком плане? Лет, наверное, 20 ему не было. Трагическая смерть была. Трагическая очень...
тяжелая, как рассказали, поехал он работать в Москву, а его в бетон залили. И на тело потом нашли. Ну, знаете, раньше бандитские времена, а он пацаненок, поехал где-то подрабатывать деньги, наверное. А так многих тогда убивали. У меня подруги, это мужа Вовки, брат умер, тоже машины перепродавал, тоже в 90-е. Убили по трассе, деньги забрали, все. Вот все говорят. Молодого. Экранная опять. Экранная. Да, не будем о плохом, начали это. Экранная, знаете, прошлое. Темно. Прошлое, как говорится, хоронит своих мертвецов. Угу. Люди умерли достойно, кто погиб в войне, да. Те, кто жив остался, мы, ну, единицы, да, мы чтим их, и, я думаю, родственники к ним, надеюсь, все хорошо относятся, те, кто остался единицы. Ну, давайте думать еще о живых, потому что живые люди, те, которые, возможно, кто-то будущий герой, да, кто-то герой на трудовом фронте, на каком-то еще фронте, да, у нас много фронтов. Угу. Вот. Так что и женщины, и мужчины. С праздником. Девчат, просто с праздником. Да. Вот. Не хочется уже ничего добавлять, уже все много чего сказали. Девчата, берегите свою историю и чтите своих действительно героев. Хочется пожелать поменьше смотреть Ютуба и телевизора и по поводу Великой Отечественной войны, но это святая такая тема. Я могу 100% сказать, что все, что 95% той информации, которая доносилась нам в Советском Союзе о войне, это правда. Это правда, потому что я эти вот какие-то вещи знаю из живых из источников, которые были живы, ну, лично. Вот. Поэтому берегите то, что у вас есть, и говорите о своих предках, вашим детям хорошее. Не обесценивайте свою культуру, свою историю и свою жизнь. И, пожалуйста, не делите себя и своих друзей, близких по цвету глаз, по национальности, по региону проживания. Мы все равно одна семья. Для нас нет разницы. Но мы относимся одинаково к людям, которые живут здесь, которые живут 1500 километров отсюда, 2000 километров отсюда. Мы все создания Божии, и не надо испытывать ненависть друг к другу только потому, что кто-то выше захотел нас порезать на части. Вот. Всем пока. Кривой Репортаж. Искренне ваш. Увидимся.